Я думаю, кто у нас тут кипишует? Ах ты! До дома примерно метров. Ах ты! Всем привет! У нас вот, посмотрите, наши хрюшки что творят. Это у нас дикие кабаны. Так, тихо. Малой. Сейчас мы им дадим деликатес, который они очень сильно любят. Так, стоять. Давай я сам тебе буду давать. Да подожди ты. Не хочу. Так. Давайте мы вот так сделаем. Смотрите, кто у нас здесь. Да хорош. Хорош, смотрите, просит. Тихо. Да тихо ты. Так, стойте, давайте красивых каких-нибудь. Вот, цыплятки. Да, да, просишь. Да подожди ты. Просишь. Вот цыпленок, смотри какой. Давай. Опа, молодец. Вот молодец. Давай тебе, девчушка. Давай, иди сюда. Ух ты! Ты чё? Такие дерзкие. Моника, прекращай. Моника там. Как им нравится-то. Воды надо налить. Перевернули все. Ты что? Надо помыть. Ну, идем. Кто первый? Кто смелый? Чамкаете. Молодец. Как ты нюхтишь? Вот цыплят положил. Ты мне пальцы так не оторвешь. На. Хрюшка. Дикая хрюшка. Кабаняра, иди сюда. Они чуть подморожены еще, правда. Но все равно, смотрите, с каким удовольствием едят. Нравится им. Жуй, жуй. Вот молодец. Куда ты? С волками жить по-волчьи вы, да? Кабанята. Кабанчики. Натя. Ну на, не бойся. Какая ты резкая дама. На, хрюшка. Вот молодец, вот молодец. Можно тебя погладить? Не, не, поглажу. Не хочет, видите. Ну, как этой девочке понравились цыплятки. Интересный. А.
Куда ты с той стороны за пальцы хочешь хватануть? Хитрая. Вот такой укус мощный и сильный. Как вы легко с цыплятами разбираетесь. Руки мне не сожри. Выпады делает. Чисто. Ах ты! Дерется. Ну дай я тебе. Иди сюда. Да ё-моё. Ну что ты? Ну что ты дерешься? Ну что ты дерешься? Иди сюда. Ну что ты? Вот так, почешу тебя ушко. Вот так вот. Хрюшка, ты чего? Малыш, вот, привыкай к моим рукам, привыкай. Да ё-моё, чё бодаешься? С девочкой, наверное, так не получится.
На. На. Ах ты. На. Ну не бодайся. Вот молодец. Вот молодец. Какой ты горяченький. Вот молодец. Порычи, порычи. Молодец. Кушай, кушай. Всем доброй ночи. Очень много вопросов по поводу кабанчиков. Где они будут жить? Почему они в том вольере? Это неправильно. Это не так, это не сяк. Да, естественно, это неправильно. Поэтому... Я обычно свою работу не снимаю, но решил для вас заснять, что делаю вообще. Вот такие бревна, деревья подпиливал по 2,5 метра, метр в глубину. Вот аппарат, им бурил все, закапывал. А также вот обвязку сделал верхнюю, думал толстую, потом думаю, в принципе, обвязки хватит, и такой тоненький распил сделал. Одну доску на три части. И вот получилось вот так вот. Где-то что-то неровненько смотрится, потому что сами деревья, они были, видите, одно ровное. И вот так вот он наискосяк. Березка вот эта более-менее ровненько вышла. А все остальное это у нас деревья кривые, в общем. Ну ничего страшного, я думаю, так более эстетично даже смотрится. Вот у них будет тут вход. А здесь сделаю им... навес сеном, где они будут прятаться от дождя, зимой спать. Это временный вольер вот такой 5 на 10. В принципе, это достаточно для кабанов, но хочется им в будущем сделать очень большой вольер. Но для первого времени, пока они маленькие, я думаю, это будет более чем достаточно. Они любят ковыряться в земле, будут здесь червячков всяких копать. Все здесь устраивать, сделаю часть сухую им зону. И часть, где они будут тут кувыркаться, плясать, танцевать. Вот такие вот дела. Вот такой у них вольерчик. За сегодня я сварганил, сеточку подготовил. И временно сделаю такой вот вольер. В принципе, было больше деревьев, можно было все с дерева сделать. Одну часть закрытую и спереди только сетку. Но сделаю везде сетку. В принципе, надеюсь, что кабанчики никуда не сбегут. Сейчас еще вот траншею рою, надо вокруг. В Телеграме все показываю, так что, дорогие друзья, в Телеграме все первые узнают. Переходите в Телеграм, подписывайтесь, не ленитесь. Вот траншею сейчас 30 сантиметров внутрь, и вот так вот вдоль ее повыкапываю. И вокруг вот так вот везде, туда сетку 30 сантиметров воткну, и 1,5 метра вот до сюда где-то она будет. Вот я мерил 1,60 м примерно. Вот так вот, чтобы собаки не залезли, ну и кабанчики сами не выбрались. Вот такие дела. В принципе, вроде бы как получается что-то. Решил здесь, потому что, чтобы далеко туда не ходить, здесь и освещение, здесь и курятник, куда я могу подходить. И, в общем, пока сделал здесь все поблизости. А на следующее лето, на следующую осень будем, конечно, естественно, другое место им думать. Пока здесь решил. До дому примерно 50-60 метров. Надеюсь, в принципе, пойдет. Там, потому что у нас по плану сейчас стоит 2 больших вольера. Мы должны их сделать до зимы. Постараемся. С финансами тоже постараемся разобраться, сделать стримы, сборы. В общем, всем огромное спасибо заранее за поддержку. В общем, трудимся, дорогие друзья, трудимся.